Здравствуйте, друзья! С вами проект Слав Йога, и сегодня мы будем делать одну из аюрведических процедур, которая призвана улучшить здоровье глаз. Сегодня мы будем промасливать глаза при помощи масла кхи. Первое, что нужно сделать, это приготовить масло. Подробнее о том, как приготовить масло кхи, вы можете почитать в описании под этим видео. Температура масла кхи должна быть приятной, не холодным оно должно быть и не горячим. Вы можете проверить температуру, капнув несколько капель масла на внутреннюю поверхность предплечья, и должно быть ощущение приятного комфорта. То есть кхи должно быть слегка теплым, приблизительно равным по температуре температуры тела. Затем мы берем обычное тесто и раскатываем его. Подготовив тесто, мы начинаем делать такой вот бублик. Делаем дырку. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы хорошо подходил под диаметр глаза. Затем тесто мы начинаем прикладывать вокруг глаза. Стараемся плотно прижать тесто к коже. Особое внимание уделите вот этому краю, чаще всего здесь бывают подтеки масла. Заливаем масло кхи. Как вы видите, для этой процедуры достаточно одной ложки на каждый глаз. И начинаем выполнять упражнение. Открыв глаз, смотрим вверх, вниз, вправо, влево, вращаем против часовой стрелки, по часовой стрелке и затем несколько моргательных движений. Каждое из этих упражнений повторяем примерно по 10 раз, выполняя цикл. И затем весь цикл повторяем от 3 до 5 проходов. В общей сумме выполняем упражнения от 10 до 12 минут. Считается, что через 3 минуты масло кхи очень хорошо промасливает роговицу глаза, а после 7 минут активно проникает в кровоток и осуществляет интенсивное питание. По завершении процедуры делаем у наружного края канавку и сливаем масло кхи. Убираем тесто. И протираем салфеткой область глаза. И повторяем процедуру промасливания на второй глаз.
Это была процедура промасливания глаз. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Будьте здоровы и гармоничны!